Мы находимся на горнолыжном курорте Помпорово, и сейчас мы поднимаемся на одном из подъемников к самой вершине, которая называется Снежанка. Вот вы видите эту телебашню. Таня, что ты можешь сказать? Я хочу сказать, что нам местные жители посоветовали очень хорошую трассу 8,9. Она отличается тем, что старомодный подъемник времен Советского Союза и сказочный нетронутый лес. Здесь нет ресторанов, здесь нет баз, здесь бесконечное пространство, белоснежное, следы в основном заячьи и беличьи, говорят, еще лисьи. А вот теперь давайте посмотрим налево. Да, ни один сноубордист сюда не лезет. Тишина, покой, подъемник идет медленно и не мешает нам снимать. Посмотри и вот сейчас направо. Бесконечно. Это не белое безмолвие, а белое блаженство. Нетронутый снег. Вот следы. Заячьи, по-моему. Да, это заячьи. А вот еще и белищи. Елки одна красивее другой. Вчера было, правда, еще красивее.